Всем привет, мои хорошие. Обещала распаковку. Где вида меня? Как я обычно реагирую на это, на все? Хотя, мне кажется, по голосу и так всегда понятно, как я реагирую. Итак, я получила посылочку с заказом. Люке. Да, это Европа. И также здесь еще из наличия должна быть гигантея и еще из немецкого заказа Тиланси, две Тиланси ко мне должны доехать. Так, сейчас посмотрим на все, как оно есть. Боюсь надрезать, там внутри орхидеи, не прорезала сразу скотч хорошо. Так, открываем коробочку. И так, вот такие у меня здесь скрученные богатства ждут распаковочку. Так, открываем это все. Ох, сколько здесь всего, сколько здесь всего. Такая штука плоская. Что здесь, что здесь? Ох, это мои красотки. Это я заказывала. Они называются пульк или кламп. Но это когда много вместе. Вот, смотрите, видите, как много тилок. Вот такие они немножко сплющились. Но я их чуть расправлю, отпою. И пойдут они в орхидариум. В мой. Так, кого следующего, кого следующего? Так, так, так. Ох, 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 какие корешки на меня смотрят. Какая пипетка! Пипетка пипетковая. А, оно и должно быть пипеткой, сразу говорю. Это гибрид на... Гибрид на... Это гибрид фаленопсис астабратианы на линдене. У меня мысли бегут быстрее. Вот такой. Так. Он и должен быть миниатюрный. И, кстати, он очень красивый. От линдене у него... Вот такой шикарный краб на листьях. Очень интересный цветок. Вставляю фотографии цветения от поставщиков. Или если нету, от поставщиков из интернета. Для тех, кто спрашивал. Так, не буду. Это сейчас начнут это распечатывать. Еще 3 часа затяну видео. Смотрите, видно. Хорошая посадка. Вот он корешочек. А, кстати, вот большой какой горшочек. Какая маленькая верхушечка. Потому что корней для этого горшочка норм. Ну, да, а верхушечка вот миниатюрная. Что ж ты сделаешь? Да, вот я разорвала, тут везде корешочки есть. Их видно. Классная штучка, вставить назад бирочку, чтобы потом не потерять. Так, едем дальше, едем дальше. Так, о, как же я люблю получать орхидеи. О-хо-хо, как... Это прекрасно. Так, тут сразу вот такая корневая. Вот. Они шикарные. Просто бомба. Такая листва. Я их называю заячьи уши. Классный. Вообще просто пластиковый. Не то, что в тургоре. Вот, ну, молодой листик, он растет, он более эластичный, как надо. А вот эти, ну, просто пластмасски. И это фаленопсис бастиани филиппиненс на такой же бастиани, только стыка. Вот такая классная штучка, достаточно редкая. Я вообще очень хотела бастиани, но у меня это, как всегда, пунктик. Мне не нужно просто бастиани, мне надо с подвыпадвертом, с переподвыпадвертом что-нибудь такое. Боже, он просто шикарный. Так, бирочку, чтобы я тебя не потеряла. Чуть-чуть до... Да подразорву и вставлю. Слушайте, ну корни, я вот застаю тут, заглядываю. Мне некогда смотреть, что у меня там на экране снимается, потому что я вся в орхидеях. Конечно, в этом большая прелесть съемки, когда ты за кадром, ты сидишь, рассматриваешь, и не надо думать о том, что вот как ты там выглядишь. Корни, корни по всему горшку там, они обвивают, просто бомба, бомба-ракета. Так, 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 так. О-хо-хо-хо-хо. Ух тышка, смотрите, тоже какой заяц,
Какие листья! Как я такое люблю! Я люблю такие растения получать. Когда ты вот открываешь и... О, класс! Никогда вот это вот... Блин, что же оно такое маленькое? Что же мне с ним делать? Как оно будет расти? Ой, мне же еще и пересаживать. Я так не хотела сдергать, но все-таки и так... Адаптация, пересылка, вот это вот все и... А тут просто вот... Ну, я люблю европейских за это поставщиков. Хоть многие говорят, смысл у них брать, они покупают у Мики, потом перепродают. Ребята, ну, во-первых, гораздо крупнее, они доращивают, они у себя адаптируют к более такому, да, климату, похожему на наш, скажем так. Они пересаживают. Вот прекрасная посадка, она ко мне приехала, я его трогать не буду. Оно вот так вот и будет расти. Кстати, да, не сказала. Это иероглифика Dark Taiwan. Так, не переходить на акценты. Dark Taiwan. Темная Тайвань. Вот такая штука. Так, прекрасная вещь, замечательные листья, буду расти, буду ждать. Ух ты, это кто? По-моему, нет, или да, или... Так, что-то там растет, что-то лезет, что-то очень прекрасное. Не будем. Потому что все-таки адаптация может и не долезть, поэтому не будем питать пустых надежд. Так. Что тут, что тут? Я не знаю, как кто. Я каждый раз, когда распечатаю, чувствую себя, как будто мне 5. У меня Новый год или день рождения. И подарки. Но приходится быть осторожной, потому что можно все разорвать или сломать. И, ой, вот оно. Я не знаю, у меня классно так получилось для этого видео. Получилось сначала открыть всего люки, а потом отдельно уже то, что я дозаказывала отдельно. Смотрите, какая прелесть. Эти сизые листья нельзя не узнать. Это просто бомбезная. Такая у нас корневая. Да? Ну, люблю, когда корневая такая. Ух! Листья шикарные. Ой, супер. Боже мой, вот тут так классно видно. Смотрите, эти такой зеленый лист растет, а потом вот он становится сизым. Бомба. Ну, все, да, догадались? Ну, гигантея. Гигантея, кто же еще, да. Ну, у меня здесь просто номерочек. Но я знаю, что это гигантея. Вот, и я вижу, что это гигантея. Я воспользуюсь своим волшебным принтером, которым недавно похвасталась, хотя он у меня давненько уже. И распечатаю классную, нестираемую, читаемую бирочку для вот этого вот. Ох, спасибо огромное, девчонки, продавцы. Ссылочки внизу, как всегда, описание, полезные ссылочки. Конечно же, кто продавец вот этого всего, где я заказывала, вы сможете посмотреть. Да, и на этом я буду прощаться, я тут... Все, я уже погрузилась, я уже рассматриваю, мне уже не до видео, все, всем пока-пока, я пошла. На самом деле, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вам понравилась такая распаковочка, и это поможет сделать вам выбор, покупать улюки, не покупать, стоит ли переплачивать энную сумму денежек или не стоит, или стоит брать какую-то мелочь пузатую в очень-очень дешевой Азии. Ну, здесь на самом деле выбор каждого, кому что нравится, кто что хочет в жизни и вообще, да, кто-то может взять на 10 тысяч гривен мелочи по 100 гривен, да, но никогда не купит орхидею дороже 500. Потому что он считает, что вот орхидея не должна стоить дороже 500, а кто-то может себе купить 2 орхидеи по 5000 гривен, да? Всем разные, у всех у нас разные взгляды. Ну, вот такая вот прелесть. Ой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!